оборачивает, прикинь. Как из ведра льет. Августа. По прогнозу сегодня был ливень. Он есть. Мне эта песня как раз нравится. Она про хороший день. Так, у нас динамик здесь хороший. Смотри, как. Вот, ну-ка давай выключим это. Смотри, на 5 секунд. Слышно дождь? Ну, не видно никогда в камере. Если так будет дождь лить день, другой, третий, то мы утонем. Вот, вот, вот. Ужас. Ой, короче, дожди нас застали. Ладно, были маленькие, так покрапывало, но сегодня, конечно, что-то с чем-то. Люди еще ходят на работу, и у многих нет сапог болотных. Погода вот такая, не обещающая ничего хорошего. Всем доброго дня. Ля-ля тополя. Всем доброго дня. И пофиг на дождь. Куда-то на машине, куда? На Рокчатку. На Рокчатку опять. Ну, дождик пройдет, сходим сюда погулять во двор. Обещаю. Клуб «Пламя» и роддом. Здесь что-то достроили. Наверное, здесь многие девушки и женщины побывали, родили своих детей. Мы видим на почту 30-е отделение связи до сих пор в этом же месте. Точно она работает с утра? Почему там женщина стоит? Смотри. Она дверь дергает. Закрыта, что ли? Открыта, слава богу. 20-й ходит по этому маршруту. Пускай копыт, копыт, либо дальше разворачивать. Нет, то поворота, здесь одна полоса, видимо. Ну, вот здесь только, смотри. Попробуй, называется, поверни. Магазин «Удача», сейчас он называется «Супермаркет». Это вот «Карла Маркса 73». Вот эта вот почта,
Ну, сейчас будем пробираться сквозь дождь. Я не буду тебя паспорт. По ходу дела решила вам показать 30-е отделение связи. Оно вот изменилось за эти 10, 20, 30 лет. Сделан ремонт, объединили два зала. И сейчас здесь очередь компьютерная. Здесь киоски Союзпечати, всякая мелочь продается. Здесь почтовые ящики, я не помню, где они были раньше. А здесь ты берешь талончик и получаешь практически без очереди, народу нет. Очень удобно. Помните, какие очереди стояли здесь, вот, когда получали и отправляли в одну кучу. Здесь получали пенсию. В общем, народу было вал. Сейчас так просторно, спокойно и тихо. Может, еще учитывать, что дождь иногда бывает, конечно, здесь люди. Вот 30-е отделение. Я думаю, что многие его помнят. Пол 11 утра. По ссылке все на виду. Говорю тихо, чтобы не мешать. Сейчас я получу посылочку, мы поедем дальше. А то не дождь, а то не дождь. Слезы с неба капают. Золотые купола. Только синие они. Я снова потею, пипец. И ни капа золота. И ни капа золота. Над обрывом на краю. Улица Парковая, вот это бывший Нептун, сейчас там аптека. И, ой, не Нептун, Океан, наверное, да, Океан. Сделали дорогу, правда, она закрыта еще, но тем не менее положили асфальт. Потом, когда дожди пройдут, покажу вам все дороги, которые сделали в городе. Кинрос. Это улица Парковая. Мужик какой шустрый прям. Дворец спорта. Немножечко дождливого Магадана пешком. Бегу до машины. И дождь, слышно, как он идет, да? Это маленький. Когда была в больнице, он прям по окнам молотил так, что хотелось подскочить и записать шум дождя. Ну, наверное, те, у кого в этом году нету лета, знают, что это такое дождь, и ничего особенно удивительного. У нас он был в течение лета периодически, таким небольшим, можно сказать. А сейчас, это вот силуэт, да, здесь были раньше мои модели висели, сейчас ничего тут нет, зеленый крокодил. Так, мне нужно ждать здесь на стоянке. Вот так красиво входы сделаны, лестнички. Так,
Вот он, зеленый крокодил. А здесь кулинария. Ну, я показывала все это. Кому не нравится, что я хожу по тем же местам? Ну, потому что город у нас небольшой, и мы вот бываем в определенных местах. В каких-то бываем, в каких-то не бываем. Вот до третьего микрорайона, до ямы я доехать не могу. Ну, потому что мы там не бываем. В сторону, как, не Морпорта, Марчикана тоже бываем там редко, только когда рыбу ловим. А машины наши красивые, посмотрите, так вот мимоходом. Поэтому видео же снимаю не специально, а всегда между делом. А между делом вот именно вот в таких местах, в центре. Город маленький, улиц немного. Буквально, наверное, улицы Магадана можно посчитать по пальцам. Зелень какая у нас яркая, красивая, да? Ой, помните вот этот магазинчик? Сейчас здесь золото и банджур. Там раньше колбасу продавали. Дары природы, по-моему, назывался. Помните? Ой, классный дождь. Сейчас классный дождь, но если вот то, что прогноз обещает несколько дней таких ливневых дождей, то затопит так хорошо, что у нас было 4 года назад, или 5, да, мы считали, в 14 году, 6 лет назад, нет, буду посчитать, не могу, 4 года назад, 5, затопило кольцо, 31-й, вот дорога, оттуда выехать было тяжело. Я на Торговом жила, как бы там более-менее ты на горке находишься. Это я просто снимаю вам нашу улицу во время дождя. Ой. Так, все, с вами прощаюсь, едет машина. Я еще покажу что-нибудь по дороге. Народ уже паникует в интернете, что Магадан заливает. Нет, проливной дождь всего лишь один день. Это не значит, что за один день прям зальет. Ну просто ручьи, просто лужи, просто дождь. Ничего страшного пока нет. Но если это будет несколько дней, тогда посмотрим. Надеюсь, что циклон пройдет и ничего страшного не случится. А пока вот так. Гагарина, перекресток с Якутской. Круглосуточный магазин «Восток». Епархия напротив МТС. Что-то связано. О, НИИ. Зеленый рынок. Никогда не дождь. Видно, конечно, лучше. А в дождь, ну вот так, мне даже нравится город в дождь, вот так, такой он романтичный. Здесь мы уже были только что, недавно круголя тут нарезали Гагарина 6. Вот так, по ручьям как бы едет, да? Пойду, погоди. Машина идет как подводная лодка. По воде такая, как корабль. Так, здесь машина сейчас проехала, прям от нее столько воды, так круто. Нет опа.
этот вид. Я не виновата, что у нас такая песня. О, да. Красоте вообще какая, какой вид. Погода, очень мне нравилась эта песня, эти ребята приезжали в Макатан. Которая вода попала, тише она осталась. Как здесь льет, вау! И это только первый день дождика.
акварель.